Традиционное мероприятие, посвященное вручению первого паспорта гражданина Российской Федерации ребятам, достигшим 14-летнего возраста, прошло в Центральном дворце культуры «Созвездие». С приветственным словом и добрыми напутствиями к юным дмитровчанам обратилась заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина. Вы – молодое поколение, вы – будущее нашей страны. Совсем скоро уже у нас начинается учебный год. Я надеюсь, что вы все готовы. Готовы? Родители кивнули головой и сказали, да, мы готовы. Ну что, я надеюсь, что учебный год будет легким. Ваши оценки будут высокими. Вы не будете подводить ни себя, ни родителей, ни педагогов. И, дорогие ребята, я искренне желаю, чтобы все ваши мечты обязательно сбывались. Ваши друзья были настоящими и верными. Будьте благодарны своим родителям. И искренне надеюсь, что Дмитровская земля для вас станет потом тем местом, где вы реализуете все свои планы, все свои мечты. И это будет вашей самой любимой точкой притяжения в нашей стране. С праздником! Также во время церемонии вручения паспортов прозвучали напутственные слова губернатора Московской области Андрея Воробьева. Желаю вам в этот торжественный день здоровья, удачи в достижении намеченных целей. Важно, чтобы вашими яркими победами гордились родители и наша любимая страна. Главный документ странные получили 9 подростков, которым в этом году исполнилось 14 лет. Получение первого паспорта – особенный момент для каждого из них, означающий начало взрослой жизни с несением личной ответственности. Вместе с первым важным документом подростки получили памятные подарки. Действительно ответственно. Красавица, пусть все будет замечательно. Новый учебный год будет очень легким. Поздравляем тебя. Каждый месяц в торжественной обстановке представители Дмитровской администрации, депутаты, общественные деятели вручают жителям округа их первый паспорт. Церемония вручения – это всегда очень торжественное и трогательное мероприятие как для ребят, так и для их родных. В завершении мероприятия были сделаны общие памятные фото.